Всем доброго времени суток! Сегодня хочу с вами запечь филе куриных бедрышек в маринаде с соевым соусом, горчицей и аджикой. Получается очень вкусное и нежное мясо и очень ароматное. Рецепт простой и легкий. Итак, давайте начнем. У меня куриные бедрышки без косточек. Порезала примерно кусочками 1,5 на 1,5 сантиметра, такими вот некрупными. А для маринада я сегодня возьму свой любимый состав. Соевый соус, горчица и аджика. Аджичка соленая, поэтому дополнительно подсаливать не буду. Здесь у меня примерно 400 грамм. И то есть чайная ложка горчицы, чайная ложка аджики и соевого соуса примерно 50-70 миллилитров. Соединяем все вместе, то есть курицу, соевый соус, горчицу, аджику и все хорошенечко перемешиваем. И желательно дать помариноваться хотя бы минуточек 20-30. Перекладываем курочку в форму для запекания и отправляем в духовку, разогретую на 200 градусов, на 25 минут. Мяско уже подрумянилось, скоро можно будет доставать. Мясо готово, аромат стоит обалденный. Но мне остается только пожелать всем приятного аппетита, здоровья, счастья. Заходите в гости на мой канал, у меня много вкусного и интересного. Всем удачи и пока-пока!